Жизнь кипит, сезон открыт. Остров радости, веселья и детских улыбок. В кассы парка и на яркие обновленные карусели снова выстроились очереди. Ребята соскучились и хотят прокатиться везде, но впереди еще 5 месяцев. И дети, и взрослые еще успеют насладиться весельем и провести время в Орленке. Мы его привели в порядок, все покрашено, обработана территория от клещей. То есть мы подготовились к приему наших горожан и гостей нашего города, ну и наших главных, как говорится, виновников, это ребятишек. В этом году будет тоже также очень много цветов. Некоторые уголки будем украшать фигурами, стараться мафами новыми. Ну, то есть... В планах очень много. А также в этом году мы планируем поставить новый аттракцион в конце октября. Да, договор заключен вместо подводного мира. Вот уже более 90 лет парк является визитной карточкой нашего города. Железная дорога, аттракцион с лошадками, солнышко, орбита, крылатые качели неизменно возвращают нас в детство. Беззаботное, улыбчивое. Не упустите возможность и приходите на встречу с ним. Пусть вы даже чуть-чуть повзрослели.